Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить бутерброды сытные и вкусные. Для этого нам понадобится любой хлеб, который вам нравится. У меня это батон порезанный, 2 плавленых сырочка, 3 яйца сваренных вкрутую, у меня они уже почищены, и майонез, то есть минимум ингредиентов. Для начала мы будем обжаривать наш батон на сухой сковороде. Я разогрела сковородку, она у меня сухая, никакого растительного масла я не лила. Теперь вылаживаем батон. Или же хлеб, какой вы любите, по желанию. Будем мы его обжаривать с двух сторон до такой немножечко румяной корочки. То есть внутри он будет мягенький, а сверху будет румяная корочка. Вот, ложим сколько вмещается, можно на 2 захода. Обжариваем с двух сторон буквально несколько минуток. Ну вот, переворачиваем наши греночки. С одной стороны они стали такие румяные, подзолотились. Также на другую сторону обжариваем мы их на большом огне, чтобы они быстренько зажарились сверху, а внутри остались мягенькие. Также с другой стороны мы делаем их золотистые. Ну вот, с другой стороны греночки тоже обжарились. Мы их вылаживаем на тарелочку. Вот, греночки у нас готовы. Теперь мы будем натирать яйца и сырок. Я взяла глубокую емкость, у меня эта тарелочка. Будем теперь натирать яйца и сырок. На такой вот терочке длинненькой натираем яйца и сырок. Так все быстро и легко. Вот я натерла яйца и сырок, теперь добавляем майонез. Майонез может быть любой, какой вам нравится. Немножко добавим, перемешаем. Хорошо вымешиваем. Кто любит чеснок, еще можете чеснок добавить. Быстро, просто и легко. Теперь берем каждую греночку. Я выкладывать буду вилочкой, мне так удобно. Вы можете ложечкой, ножиком, то есть это без разницы. И выкладываем нашу намазку на греночку. Так, красиво вылаживаем. Вот таким образом мы делаем все наши бутербродики. Бутербродики делаются очень быстро, очень просто, а главное вкусно и сытно. Приятного всем аппетита!